Привет, друзья, с вами Маркович, продолжаем играть в Foundation. Что ж, деревушки наши стоят потихонечку, себе производят разные всякие товары и прочие вещички для наших жителей, само собой. Это все хорошо, и к нам потихонечку периодически приезжают гонцы, которые нам буквально намекают, что пора бы уже нам производить хлеб, потому что они просят именно его, а его-то у нас с вами пока что, к сожалению, и нету. И, в общем-то, по этому поводу я думаю, что пора уже выезжать за границы. Вот эти вот, да? Естественно, нужно будет купить территорию и присмотреть, где мы с вами будем выращивать пшеницу. Может быть, там уже где-то будем и хлеб производить, а может быть, хлеб будем здесь у нас в городе производить, а сюда просто именно пшеницу поставлять, да? Но, в общем, с этим, я думаю, мы с вами разберемся. Главное понять, куда мы с вами поедем, где мы с вами могли выращивать пшеницу. Но, в принципе, я приглядел вот этот вот, собственно, холм тут. Надо будет подняться, немножко такой путь преодолеть, да, но вот здесь, в принципе, уже довольно неплохая такая площадочка для застройки. Сюда же, в принципе, куда-нибудь можно и вынести наших деревообрабатывающих ребят, да, и добывающих, потому что, так как мы с вами все-таки здесь будем застраиваться, тоже город у нас здесь планируется, вот. Я думаю, что посреди города иметь какое-то производство дерева, ну, хрен его знает, очень странно. Странная довольно-таки затея, поэтому, опять же, это бы хотелось тоже сюда все вынести, перенести и отдельно прямо сделать, чтобы нам с вами просто доски уже сюда в город привозили. Вот, поэтому сейчас мы с вами как раз таки этим и займемся. Распределением всего и вся по карте. Будем немножко за границы сейчас выезжать. Но для начала нам, конечно, что нужно сделать будет правильно. Купить территории новые, само собой, потому что без этого никуда. Итак, территории. Кстати, вот в этих территориях у нас с вами есть, как видите, да, содержат минералы. И вот вроде бы как раз, чтобы добывать теперь эти минералы, нам с вами нужно купить именно территорию. И вроде как, насколько я понял, тогда появляется карьер, где мы с вами сможем добывать все это дело. Потому что пока у нас с вами построек вообще никаких нету. Не здесь, ну, не в меню. Я имею в виду, здесь тоже ничего такого нету. Не сказано, что там может какой-нибудь карьер появиться, открыться и так далее. Так что, вроде как я прочитал здесь в справке, что-то типа того, что нам с вами покупаем территорию, и там потом что-то со временем появляется. Какая-то постройка, видимо. Ну, ладно, с этим разберемся, к железу мы с вами еще вернемся. Сегодня у нас есть немножко другие задачки, да, у нас с вами лес принести и начать производить хлеб. Вот. Поэтому. Но нам в любом случае предстоит купить с вами не одну территорию, да, потому что у нас с вами, как видите, вот так не расположены. Мы либо покупаем вот эту территорию, какую-нибудь вот эту, например, соседнюю, да, либо покупаем вот эту и также вот эту территорию в любом случае, в принципе. Если мы покупаем с вами эту территорию, у нас как раз, в принципе, охватывается еще весь пляж, да, практически до конца. И поэтому я думаю, что мы купим вот эту вот территорию и покупаем мы с вами еще, ну да, вот эту территорию. Выходит, что вот эту покупаем. Так, я пока границы оставлю, чтобы нам с вами было их видно. Давайте вот так вот сделаем, чтобы примерно понимать, чего, куда и где, да. Ну, в общем, вот, прикупили мы с вами территорию, и теперь здесь надо выносить сюда всякое разное. Я имею в виду, конечно же, застраиваться каким-либо образом. Так, что касательно нас сами дерева, пока оно здесь производится и производится, я, наверное, пока только сейчас одно здесь вот этих ребят остановлю, в принципе, лесорубов, пока их будем отсюда убирать, вы пока там больше ничего не производите, пожалуйста. Давайте я вас, так сказать, отсюда попрошу удалиться, и сам это здание тоже удалю. Одних ребят оставим, которые у нас потом здесь все сейчас выпилят, чтобы мы смогли спокойно там потом дальше застраиваться и так далее, ну и в целом, пока лес никуда не девался от нас здесь, да, производство у нас в итоге все-таки здесь все равно так или иначе будет. Вот, так, лагерь сорбов, там все давайте уходите, да-да-да, все верно, все правильно, молодцы. И, в общем-то, здесь мы с вами что тогда делаем? Мы с вами, я думаю, останавливаем вот этого товарища тоже, чтобы он здесь больше не работал, да? Давай все, как бы, это самое, до свидания, мы тебя потом перенесем в другое местечко тоже. Больше пока ничего не сажай здесь. Да и в целом, здесь, я думаю, посадки мы пока с вами уберем, что и читать. Все равно потом сольется все в один город у нас, эти вот деревушки, поэтому можно сейчас, я думаю, в принципе, уже здесь лишнее потихонечку начать тоже убирать, так как мы с вами затеяли переезды. Окей. Все, здесь, товарищ лесничий, ты бы не мог свалить? Да, ты уже сваливаешь, в принципе. Мы тебе даже поможем это сделать. Давай, удалить. Так, здесь у нас ребятки выехали. Ну, короче, удаляем, потому что там три дерева осталось, хрен бы с ним. Удалить, все. Эти пока ребята остаются, чтобы потом будем вырубать. Все равно здесь придется все это дело удалять, да? Ну и сейчас нам с вами нужно что-то здесь подобывать, в любом случае. Ну, в принципе, можете и здесь забирать тогда. Вот эту вот часть дерева тоже. Пока как бы здесь отделение такое оставим. Разделение, да, древесное. Но потом все равно это тоже все у нас будет выпиливаться и проваживаться отсюда. Так, ладненько. Тогда, чем мы там с вами делаем? Сколько с вами рыбы вообще, кстати, уже? Вон 200 с лишним рыбы уже накопилось. Не дурно на самом деле. Здесь рыбы 75. Вот ягод у нас мало, кстати, получается. Надо бы, мне кажется, сюда еще ребят побольше накидать, да? Надо бы накидать. Если у нас с вами тоже ягод немного, рыбы довольно много у нас с вами получается. Ну и рыбаков, в принципе, у нас с вами есть рабочие руки свободные, скажем так, которые не заняты ничем. Поэтому сразу можно, так сказать, добавить еще пару мест, которые будут нам полезны весьма, да? Само собой.
Так, давай сюда еще и куда-нибудь вот рядышком тоже поставлю пока что. Все, стройте, будьте любезны, еще плюс 2 рыбакам. Пускай рыбы будет больше, рыбы пригодится, рыбы не будут кушать, у нас она продается. Так, ну и что мы с вами будем здесь делать-то? Давайте посмотрим. Здесь, в принципе, неплохо было бы разместить и поля, да, и можно было бы какое-нибудь дерево добыть. То есть, в принципе, что мы с вами могли бы сделать? Мы с вами могли бы сделать вот такую какую-нибудь большую деревню, которая пока у нас будет сосредоточена на всем подряд вообще, видимо. Но, либо здесь. Мы с вами делаем вот как. Мы с вами берем, значит, сейчас... Так, если, допустим, мы с вами поля будем делать, да, нам с вами нужны фермы, естественно. Ферма. Ну, ферма где-то здесь, вдоль дороги у нас с вами будут идти. Здесь все у нас будет убираться тоже каким-то макаром, я думаю, да? Надо будет убрать в любом случае. Да, где-то у нас там точки интереса, так сказать, соприкосновения вот здесь. Ну, пока поставим, давайте, фермочку здесь одну. Здесь поля, здесь еще одна ферма, тоже поля. Может, здесь ферма где-то еще будет, тоже поля. Как-нибудь расположим. Пока здесь начинает строить, довольно далеко, конечно, получается от нас, но ничего страшного, я думаю. Инструменты и доски. Хорошо, давайте начнем строить. Здесь сразу, короче, лесников тогда будем располагать с вами. Я думаю, примерно как-то так, да? Где-то наши вот товарищи лесорубы. Причем их, наверное, подать, чтобы здесь они... А хотя тут у нас особо-то ребята жить, возможно, и не будут в целом. Хотя можно было бы здесь чем-нибудь тоже соорудить. Например, здесь какую-нибудь деревушку, да? Чтобы им было просто не так далеко до работы бегать. Поэтому, в принципе, если мы с вами даже поставим здесь, то ничего страшного-то и не случится. На самом-то деле. Так, давай где-нибудь пока в лесу тебя бахнем построить. Мы с вами построим здесь сразу лесопилку тогда. И склад нужно будет, естественно, построить здесь, само собой, и не один, возможно, даже. Ну, начнем, как говорится, с малого, а там уже дальше будем смотреть, что кого. Как и зачем. Так, склад здесь строить тоже давайте. Значит, товарищ лесоруб у нас с вами будет обитать здесь. Еще один здесь. Я думаю, что мы с вами поставим парочку товарищей лесорубов, да? Ну, типа, одного-то маловато явно будет. Вот, здесь что тоже давайте строить тогда сразу. И мы с вами поставим здесь лесничего, само собой, который будет за этим всем делом следить, лагерь лесника, да, который будет нам выращивать потом все здесь обратно. Что эти ребята вырубили где-нибудь тоже там в гуще лесной, поставим его. Вот так вот пока что давайте строите, значит, лесничего. В принципе, хижина угольщиков, да, тоже уголь нам с вами пригодится, но это в дальнейшем где-нибудь, может быть, здесь расположен, как раз, в принципе, место вроде есть. Тут можно будет парочку поставить, но этим, с этим разберемся. Так, это все у нас с вами будет, здесь тоже потихонечку пока строят, в общем-то, пускай занимаются. Я думаю, может быть, даже поставить сейчас еще один лагерь запасной, точнее, дополнительный, да, именно строитель, чтобы пошустрее все это у нас с вами было, происходило. Так, лагерь строителей, давайте, у нас место, в принципе, здесь есть, почему бы и не поставить, пускай строят. Так, построить. Кстати, этот лагерь мы с вами можем апгрейднуть до какого-то, кого до кого, до мастерской скульптора, который создает скульптуру. Я вот только не уверен, сможет ли он создавать, так, точнее, строить, или он будет именно только скульптуру создавать. Непонятно. Непонятно пока в этом плане, но ради интереса, конечно, можем гридануть, посмотреть. Так, давайте, трое строителей сюда еще, пожалуйста, сразу же. У вас работы сейчас довольно много будет, мы тут с вами сейчас будем грейдиться. Ну и давайте, ладно, как раз сейчас еще одного поставим. Здесь прям только пятачок строительский получается, да, у нас. Вот, ставим сюда тогда и грейдим его до вот этого состояния. То есть нам с вами там инструменты нужны, бревна и... нам с вами нужны еще, получается, ткань. Так, да, пока что повременим. Пока постой просто так, повременим. Сейчас. И сколько у нас там еще свободных ребят? 11 есть, да? Ну ладно. Давайте тоже в помощь вам отдадим, пока их тогда строите. Потом, конечно, лагеря у нас с вами будут убираться здесь. Чем-нибудь надо будет застраивать это дело. Ну, может быть, рынок опять же, еще что-нибудь такое. Посмотрим. Так, а я хотел еще ягодников побольше, да? Нафигачить сюда, чтобы тоже было поинтереснее. Хорошо. Так, ну давайте, давайте. Точки интереса, получается, у нас с вами где-то, главное, чтобы дороги не были. В принципе-то разницы нету. Так, как их ставить? Давайте, наверное, с этой стороны еще бахнем одного. Тут у нас... тут у нас жилые зоны, да, поэтому, конечно, лучше, наверное, в эту сторону ставить тогда. К дорожке поближе вот так бахнем сюда куда-нибудь. Товарища этого, и пускай будет. Все. Стройте здесь тоже, в том числе. Я надеюсь, здесь кто-нибудь приселится, поселится к ним в скором времени, потому что все-таки... А, вот еще здесь проекты стоят неделанные. Но вот, в общем-то, вот вам задачки сейчас на ближайшее время. Давайте... Занимайтесь. Так, здесь у нас сами строечка тоже пошла, потихонечку начинается. Круто. Но я думаю, да, в принципе, здесь можно было бы создать тогда какую-нибудь деревушку, да, небольшую, чтобы тут все-таки фермеры жили. Но пока непонятно, как у нас с вами там поля будут располагаться. По-моему, для полей же тоже какие-то отдельные зоны были, если не ошибаюсь. Вроде как. Ну, возможно, не появится, когда мы с ними построим ферму. Сейчас увидим, короче говоря. Потому что, опять же, в изучениях сейчас вроде бы ничего такого не видел. Деревянный форпост, кстати говоря, нам с вами можно изучить. Так, и большая каменная стена. Ну, тоже пускай появляется, раз можем это сделать, чего бы нет. Так, деревянный форпост. Постройте. Монах направляется в нашу деревню. Хорошо, пускай направляется. Построить деревянный форпост. А, постро... Чё?
Форпост добавлено. Ладно. Но это как бы не задание, это просто нам сказали, что он добавили по форпосту, все. Окейшки, замечательно. Так, а куда он добавился-то хоть? Так, это у нас деревянная стена наша замечательная, прекрасная, точнее, каменная, каменная большая. Вот, да, он. Деревянный форпост обеспечивает поселенцам защиту. Угу. Ну, опять так, что начинается с такой штуки. Мы с вами потом будем застраивать, выстраивать его, там, тренировочные маяки и прочие, прочие штуки. Но этим тоже, я думаю, чуть попозже займемся. А, нет, все-таки добавил задание, вот смотрите-ка, отлично, хорошо, тогда, ну, в общем, не здесь это будет явно. Так, на пробу поставили. Так, там кто-то пришел. Опять сейчас, наверное, ты хлеб потребует или что-то там хочешь от нас. Давай посмотрим. Дерево, обычное дерево хочешь, да? Я хочу помочь своим людям. Своим людям давай. И дерево, бам, все, отлично. Получили поинты сразу. Правда, дерево у нас с вами ужалось сразу же. Но ничего страшного, дерево у нас с вами здесь, в принципе, еще много. Сейчас нам тоже достроится и тут будем тоже потихонечку добывать. А, лесничий готов, склад готов. Хорошо, значит, на склад у нас с вами что здесь будет? У нас с вами здесь будет храниться обычная древесина. У нас с вами будет здесь храниться доски, естественно. И пока все. Там еще, может быть, уголь появится, да? Что-нибудь такое здесь придумаем. Наверное, пока что так. Ну и пока рабочих у нас с вами здесь все равно нет, так или иначе. Я думаю, что да. Я думаю, что сейчас мы с вами достроим еще фермочку. Посмотрим, что у нас там с вами с полями будет. Как они будут там и где. Что с этим лесом, может быть, сейчас придется убирать тоже отсюда тогда, чтобы он не мешался. И дальше уже будем думать, что и как мы с вами будем сюда поставлять. Так, ну что, у нас здесь достроено, все, готово. Рыбак, значит, плюс сюда идет. Рыбак идет, еще один плюс сюда. Все, два рыбака. Ну, слушайте, рыбаков уже хреново туч получается. Хоть бы рыбы всем хватило. Я надеюсь, что, кстати говоря, они будут далеко кататься сюда. Надеюсь, но не факт. Но, опять же, как говорится, посмотрим, как оно будет. Здесь у нас тоже все готово. Давайте троих сразу сюда. На сбор ягоды, здесь у нас сами ягод много. Живите, блин, здесь, у вас работа вот тут. Давайте строите свои дома, у вас тут клево. Тут рынок есть, тут есть церковь, все тут есть. Часовня есть, ваш любимый, все есть. Стройте новые дома. У вас зона здесь вон какая большая. Здесь можете строиться, там можете строиться. Где угодно можете строиться, давайте. Даже немножко еще побольше выделю ее. Может, вы стесняетесь? Может, вы думаете, что вам не хватит места? Здесь на самом деле хватит. Даже более чем хватит. Вот прям, давайте, застраивайте все плотничком, давайте, давайте. Ага, во, все, появилось у нас с вами здесь поле, и поле как бы подсвечивается, естественно, где у нас с вами просто, ну, поляна обычная, естественно, логично. Так, а вот если я уберу все-таки лес отсюда, здесь поляна появится у меня, надеюсь, что да. Давайте мы попробуем тогда, так, как мы попробуем? Попробуем с вами сюда людей сейчас назвать. Вот так, давайте, и вы рубите, пожалуйста, вот эти вот тогда места. Прям все здесь вырубайте, нафиг, эти деревья, у нас с вами все-таки здесь будут поля, а не лес расти, поэтому нам лес здесь не нужен. Все, здесь вырубаете. Ну и здесь, соответственно, тоже там вырубаете, потому что как бы это самое, это как бы все-таки под поля мы с вами что-то делали, да, в первую очередь. Ну а дерево мы с вами будем заниматься с другой стороны немножко. Все, это вырубайте. И чтобы много-много места было под поля у нас с вами. Но ничего, сейчас, думаю, займутся. Они уже, в принципе, занимаются, я вижу. Уже ребятки пришли. Пока живут они, конечно, далеко отсюда, но что поделаешь. Дома, блин, строите, давайте. Я так понимаю, сейчас у всех, что ли, дома есть? Часть 99%, ну, видимо, да. Видимо, дома есть у всех, поэтому тут как бы ничего новенького пока не строится. Даже домик не грейдится. Собственно, чтобы вы понимали, он как бы просто для... На двух человек рассчитан, и то живет только один здесь всего. Ну, короче, новые люди, добро пожаловать к нам тогда, так сказать. И надо бы вас будет, видимо, некоторых пришедших к нам, опять же, перевести в следующий ранг, чтобы могли жить у нас. Так, у нас миграция высокая, по идее, поэтому сейчас, видимо, путнички должны появиться и пойти к нам. Ты кто? Это торгаш бежит. К нам... А, во-во-во. Сколько? 4 человека сразу к нам идет. Найс. Ждем вас. Так, ну пока лесника подготовим тоже, давайте, значит, мы тебе сосну убираем, естественно, и иди сюда работать. Сейчас будем тебе показывать, где ты будешь заниматься лесопосадками. Будешь заниматься ты ими вот здесь пока что. Вот прямо вот здесь все засаживаю, прямо так, до дороги прям плотненько, чтобы все было. Давай, как раз пока здесь деревья вырастут, пока то все, там уже можно будет заняться их... вырубкой, скажем так. Да даже можешь здесь засадить, кстати говоря, если хочешь. Вот эту вот территорию тоже на себе. Все тебе отдаем, где короче, можно, там высаживай. Пущай растет, так сказать, лесополоса. Так, ну здесь, конечно, будет долго. Можно пока еще дополнительные здесь поставить штуки. Да, я так думаю, в помощь этим ребятам. Тем более, опять, живут они довольно далеко нас с вами. Ну а если здесь сделать деревню, то, конечно, нам с вами нужно здесь колодец поставить. Опять же, церквушка и все прочее, чтобы им, опять же, было довольно удобно и... Шикарно. Но если мы с вами сейчас посмотрим, то этим бедным ребяткам, конечно, приходится довольно несладко сейчас. Потому что 4 жителя плюс, найс. Потому что, если мы на них глянем, то у них будет показано 163 метра от дома. Это довольно далеко, потому что у нас там ребята остальные живут, прям впритык к работе, считайте. А здесь им приходится
Бегать. Так, ну тогда, в принципе, если у нас с вами поля будут здесь, да, мы с вами поставим еще какие-нибудь ферму поля там какие-нибудь здесь, может, даже здесь, и что-нибудь сделаем. Тут еще пару мельниц надо будет воткнуть обязательно, само собой, как же без них. Вдоль дороги, чтобы они шли, да. Поэтому, ну нет, если мы с вами построим здесь еще одну деревушку, я думаю, будет нормально, в принципе, в целом. Так, нам с вами, значит, что надо? Нам с вами надо колодец, как обычно. Доступно повышение. Так, вот это мне нравится, это хорошо. Повышение мне нужно... Нет. А где обычные ребята-то у нас? Во! 300 денег, у нас денег с вами не хватает сейчас. Но мы можем некоторых повысить. По двадцаточке, да, чисто стоит. Давай, заселяйтесь. Заселяйтесь к нам сейчас. Кому, на кого хватит денег, того, собственно, и повысим. Так, сколько у нас? Еще 40 денег осталось. Во, все, сорян, а вас потом. На сегодня хватит. На сегодня хватит. Так, ну что, новые дома? Новые дома? Нет? Да вы шутите. Ну, стройтесь давайте. А, ну понятно, почему новых домов нету. Потому что еще даже эти все не заселены до конца. Жесть. Вот это огромные домища, в которых по миллиарду людей помещаются, конечно. Ну ладно. Хорошо. Главное, работайте. О, понеслось все-таки, отлично. Появляется еще один домик, и этот перестраивается на второй уровень. Класс. Можете еще здесь построить себе домик, на самом деле, буду не против. У вас у меня и здесь домик тоже можете построить. Давайте там. Так, ну пока наши тараканчики бегают, мы с вами смотрим сюда, что у нас получается здесь. Здесь все сажается хорошо, потихонечку. Здесь вырубается замечательно. Я думаю, чтобы все-таки помочь им, да, чтобы им помочь, давайте еще поставим это здесь. Прямо так пока бахнем, прямо по центру здесь, на. И денег нет, чтобы строить, ё-моё, деньги кончились, прикиньте. Давай строй. Покупайте на рынке, пожалуйста, штуки. Нам штуки, нам нужны ваши деньги, чтобы построить всякие полезности. Давайте, оп. Класс. Блин, рыба на самом деле пока вообще спроса не имеет. Только они живут насчет на ягодах. Рыбу вообще покупать не хотят. Но, видимо, это уже для следующего грейда будет. И проблема в том, что никто не покупает рыбу. Ну, точнее, эти ребята только продают сами по себе. Блин, отстой. Так, что мы можем продавать? Мы можем продавать камень, мы можем продавать доски, в принципе. У нас доски есть, камень есть. Да? Ягоды продавать мы сами не будем. Их так не особо хватает нам. Ну давайте сейчас тогда хорошо. Значит, ягоды мы пока не продаем. Значит, а, ну мы доски так продаем. Если у нас выше получается 50, продаем. И камень тоже если выше 50 продаем. Лады, тогда пускай к нам бежит торгаш и скорее покупает наши камень и доски, в принципе, раз такое дело. Раз такое дело, то да, конечно. Так, ну что, там все построили. Умнички, давайте сразу сюда еще ребят тогда. Троих тоже врубайте нафиг здесь все. Все врубайте, выпиливайте буквально. Так, ну и мы с вами, наверное, сразу сейчас начнем все-таки, я думаю, потихонечку, да, полигонечку что-нибудь постраивать здесь. Во-во-во-во, так, молодцы, построили себе домиков, все, смотрите, отлично, заселились, красота, класс. Сделано, значит, ягоды добываете, ягод, кстати, стало больше, уже это радует, это прям супер замечательно. Здесь ягоды есть, там ягоды есть, и в целом их становится больше, это значит, что у нас и денег сейчас будет больше, и будет чего их кушать. Супер, здесь у нас колодец построен, здесь ребят тоже потихонечку, как видите, все это убирают. Это тоже радует. Так, ну мы с вами сразу здесь тоже церковь построим, естественно, что им надо будет, да? В любом случае, часовенку давайте где-то прямо здесь и бахнем, так. Ну, тоже что-то может быть. Опять здоровенная такая, что-то я все думаю, что она меньше. А потом по факту выходит, что она огромная просто. Так, ладно, короче, мы тогда с вами ставим здесь. Вот так вот, да, как раз у нас здесь выход будет из деревни из этой. Здесь у нас сами домики будут. Рынок тут тоже сделаем. Ну, короче, нормально будет деревня такая, и, в общем-то... Рядышком будут всякие разные штуки интересные. Так, значит, что там с вами нужен? Камень, много камня, доски и прочее. Хорошо, мы с вами прям каменную здесь поставим ее. Уже может быть не шибко большую, но что-то в ней явно будет. Так, сколько помещается сейчас людей получается? Основание есть. Так, та-та-та-та-та. Стоимость обслуживания, с роскошь. Ну, в любом случае, можно достраивать это здание. Поэтому мы сейчас, наверное, шибко-то усердствовать здесь не станем. Так, пристройка, это же, ой, ядрич. Здоровенная какая. Уже здоровенная и уже за пределами получается, здесь ничего не построишь, да? Тогда мы с вами сейчас возьмем просто деревяшки, парочку. Раз, ну давайте сразу две пристроим, чтобы было хоть чуть-чуть. Вот, побольше. Значит, камень, доски используйте, все. Без дождителя как-то пришло, это хорошо. Пока строите тоже, то пока у вас, собственно, там работа кипит, будет идти, и уже можно будет заселять здесь ребят, что, я думаю, не переселится сюда, в принципе, поудобнее будет жить. Надеюсь, что переселится. Интересно, сейчас было сообщение, не хватает, говорит, места для постройки новых домов для нуля жителей. Окей, хорошо. Держи в курсе. Ноль жителей, это хорошо. Так, я пока, наверное, отключил сейчас грейд домов. Я все-таки, наверное, рискну, уберу эти два домика, чтобы они перестроились, может быть, как-то иначе. Хотя, я думаю, здесь уже вряд ли что-то построится еще, но здесь еще место есть. Но не всем, возможно, нужно. Так, два жителя здесь. 6 и 6 здесь, нифига себе, здрасте.
И один пока здесь у нас живет, товарищ. Так. Работа. 11 метров от дома. Класс. Это то, что нужно. Вот о чем речь была. 99 метров. Блин, ты что-то живешь далековато, на самом деле. Могла бы поближе где-то жить. Так, а где ты у нас работаешь? Работаешь ты у нас... А? В строительстве, да? Правильно понимаю? А живешь там? Угу. Типа, конечно, куда-то сюда переехать. Ох, ну, ладно, потом, может быть, подраскидаем их. В принципе, это не так уж далеко отсюда сюда прибежать в любом случае, но... хотелось бы немножко... Вот здесь как-то мне не нравится, как дома стоят у них. Здесь можно было явно поплотнее построиться. То есть, типа, здесь домик. Ну, хотя здесь, опять же, для рынка лучше места оставим тогда, да. Ну, ладно, пока не будем печалиться по этому поводу. Сейчас просто сделаем здесь. Сейчас они достроят, и все будет нормально, я думаю. Так, плюс еще два жителя. Отлично, супер, давайте здесь тоже достраивайте. В принципе, я, наверное, сейчас домики им здесь выделю. Да? Я им домики-то выделю. Так, здесь почти уже все вырубили. Молодцы, смотрите, нифига себе, жесть. Это скорость у них. Ну, правильно, правильно, пускай делают. Пускай выпиливают, все нафиг. Нам здесь ничего не нужно. Нам здесь поля сейчас надо будет строить. Так, здесь тоже выпиливайте потихой. Нам тоже все поля как бы надо будет делать. Поэтому как бы оставляем это все на вашей совести. Ну что, жилые зоны у нас с вами будут в любом случае где-то здесь. Так, и еще рынок нам сразу поставить бы, да? А если мы с вами будем здесь строить рынок, значит нам с вами здесь амбар нужен, чтобы наши товарищи с рынка далеко-то не бегали. В общем, прикол, опять нас с вами денег нет, да ё-моё. Давайте, 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 что там, ягоды покупайте активнее, пожалуйста. Активнее покупайте ягоды, потому что ягоды это очень надо. Так, ну да, пока у нас с вами, видите, рыбы никуда не идет, поэтому я сейчас пока приторможу производство. Оставлю только одного рыбака, чтобы он так потихонечку подлавливал все-таки. Но уже 700 рыбин у нас. И это прям супер крут, конечно. Так, что у нас здесь? Ну, стройка пока идет, продолжается. Значит, давайте все-таки, наверное, придумаем тогда, что мы с вами будем делать с амбаром, как у нас с вами будет расположен. Можем где-то здесь поставить вообще, на самом деле, около церкви его, да, чего бы нет. Ну, или как бы на входе, как бы вот здесь. Тут у нас сами и поля же, получается, будут. Да, и амбар у нас сами здесь будет, в принципе. Я думаю, что дорожки у нас поменяются, скорее всего, хотя... Ну, давайте, да, здесь поставлю, короче, вот так. Нормально будет смотреться. Когда у нас появятся с вами деньги, вот сейчас прям вам, все, отлично, блин, с деньгами, конечно, что-то делать. Денюшки, денюжки, это нам с вами надо. Ой, ну, возможно, сейчас будем ягоды продавать все-таки, потому что у нас опять их вроде как сейчас копится. Копиться стало потихонечку, да, вот у нас 4 добытчиков получается. Ягоды, но проблема в том, что они быстро кончаются на местах, вот в чем беда, ну ладно. Так, короче, тогда знаете, что делаем? Мы с вами сейчас опять в торговлю идем и ягоды. Выше 150, давайте 150 себе оставим всегда, чтобы было про запас, так сказать. Выше 150 продавайте. Давайте так и будем продавать. Хотя бы какие-то деньги тоже с этого получим еще, помимо всего прочего. Ну а здесь наш листок уже, кстати говоря, вымахал. Смотрите-ка, шикарненько, красивенько, замечательно. Может быть, вот эту часть оставлю, кстати, для угля там. Ну или вообще мельница, если надо будет поставить. Ну и ладно, с ним разберемся. Если у нас ребята временные, отсюда будут уезжать, естественно, само собой. Так, тогда давайте здесь сейчас сразу будем еще рынки строить. Так, рынок, рынок, рынок. Ну, нужно сразу поставим две палатки там, а там уже пускай как хотят так разбираются, да? Одну палатку здесь. И одну палатку вот здесь. В дороге поставим с другой стороны. Пока что как-то так сделаем. Можно немножко декорчика добавить, конечно, при желании, в принципе. Вывеску, там какие-нибудь бочки. Можно здесь немножко дорогу отгородить. Вот таким вот образом, да? Чтобы как бы отметить ее. Так, ну давай сюда. Раз, и немножечко повернем сюда. Так вот аккуратненько, тихонечко, красивенько. Балдеж, все, значит, там бочек каких-нибудь чуть-чуть. Здесь можно поставить, я думаю, все равно здесь никто ходить не будет. У нас будет здесь в основном покупки, прочее, прочее, прочее. Так, ну и скамейки на самом деле здесь на площади бы я поставил. Типа пару штук как-нибудь так. Надеюсь, я здесь как-нибудь протопчу все себе это дело. И будет неплохо смотреться. Но это пока тут две, собственно, две лавки. Там, конечно, будет больше расширяться. Само собой, но в любом случае, пока что стройте вот так вот кусочек рынка, и можно будет здесь ребят уже заселять. Все, почти, в принципе, все уже выстрелили, скажем так. Как у нас здание маленько утопает, правда. Ну, тут не особо ровная поверхность, ну ничего. Так, поле не размещено, сейчас все будет. Давайте поля, вот, теперь можно поля размещать, класс. Красота, замечательно. Так, это пока убираем здесь тоже. Добывать больше ничего не надо. Окей. И, значит, нам с вами нужно поле разместить. Ну, как у нас с вами поле пойдет? Отсюда, наверное, пойдет поле, да? Давайте сейчас пока притормозим. Здесь поле будет. Ну, супер большое мы не будем делать, я думаю, на одну-то ферму. Так, чисто, знаете. Да, это, наверное, очень большое получается. Вот до сюда сделаем. Все-таки еще где-то жить им надо там будет. Вот такое вот примерно поле у нас с вами будет получаться. Так, давайте-ка. Здесь поплотнее. Эти потом все равно отсюда убегают, так что можно их... В принципе, засеивать, так сказать, будет, да?
Так, здесь у нас дорожка идет. Ну, пока вот так сделаем. Мы сразу давайте трех фермеров тогда сюда назначаем. Поехали, пускай засаживают пока. Сейчас придумаем с вами, как там надо будет нам с вами бы... Нам с вами бы надо будет как-то бы поставить еще все-таки мельницы. Так, мельницы. Где они у нас вообще могут быть? Вот здесь они у нас, да? Они довольно, блин, здоровенные, конечно, мельницы. Ну, то есть сейчас это уйдет, одну поставим, допустим, сюда. Да? У нас как раз точка интереса здесь получается. И, в общем-то, довольно хорошо здесь она помещается. Но это одна только будет. Ну, можно так бы оставить. Да без разницы, как ставить на самом деле. В принципе, я думаю, так поудобнее даже будет как-то поставить ее. Здесь бахнем. Эти уберутся. Так, здесь у нас тоже все сделано. Значит, ягоды получается пока что. Пока что ягоды, пока что рыба. Пока что все, да? И сразу двоих сюда. Еще у нас, ребятки, есть супер. Ягоды, рыба пока что носите, а там дальше разберемся уже. Это для этой деревушки у нас получается отдельно. Все, здесь тоже строится. Красота. Скоро, значит, будет уже все, в принципе, готово. Сколько у нас в итоге еще не достроили, да, пока что? Пока что еще не достроили. Не хватает вам чего? Не хватает вам пару досочек. Досок у нас дофига и больше. И камней. Камней у нас сами... Камни у нас сами нет, кстати. Вот камни у нас обычные кончились. Они сейчас сразу на переработку идут. Камни у нас сами здесь. Вне зоны есть. У нас больше, в общем-то, камней нигде и нет на самом деле. Так, аудиенции требует монах. Что там хочешь опять от нас? Доски. Ну, досок мы можем дать. Так, давай-ка людям поможем. Бам, все, получили. Спасибо большое. Итак, рыночек здесь построен. Красота. Здорово. В общем, начинаю здесь размещать зоны жилые, да, в любом случае. Так, жилая зона, ну прям вот так вот и будем, да, тут что, прям вот так вот. Все это под жилье отдадим, пускай заселяются. О, уже сразу начали заселяться, класс. Не ожидал, честно говоря, что сразу прям еще даже не успею, знаете, да, это докрасить, уже сразу с руками ногами отрывают. Это хорошо, это радует. Видимо и правда им там не хватает немножко, да, места здесь-то. А вот у вас место, алло, что не строите-то? Ну, может быть, там поудобнее, хрен его знает. Здесь тоже застраивайте, не забывайте про это место, что я так просто так, что я вам отмечал. Давайте, вот там, пожалуйста. Пошире сделаем, всякие пожарные, мало ли. Так, ладненько, здесь у нас с вами тоже все застраивается. Два домика сразу, класс. Балдеж, красота, сейчас здесь тоже. Да срубить в это дерево-то осталось у вас одно здесь уже. Че, не рубить-то его? Давайте. Надо поля строить здесь будет сейчас. Друбить, пожалуйста, кто-нибудь его. Тут несчастное деревце. Ну все, здесь, в принципе, срубили. Я думаю, этих ребят можно отсюда пока выдворять. Потихонечку, полигонечку, да? Давайте, вы пока тут больше нам не нужны. Спасибо большое, что проработали. Здесь ничего нет. Удаляем это и ставим на это место сразу, наверное, тогда вот такую штуку крутую. Да, зовется мельница, и она. Так, сейчас главное, чтобы там ничего не задеть лишнее. Бам, строим. Все, давайте, строить потихонечку, полигонечку. Блин, здесь что-то мешаться будет, не? Нормально все будет? Надеюсь, что не будет мешаться, будет там бегать. Продолжайте в том же духе, так сказать. Что сколько-то здесь раздвоение произошло внезапно. Ну ладно. Так, строим здесь. Значит, дома там построены, рынок у вас есть, но вам там пока продавать нечего, да? Здесь у вас ягоды и рыбы сразу куча целая, естественно, само собой. Значит, пока что ягоды продаем. Пока что ягоды, пока что один торгаш. Давай, иди сюда. Кто-нибудь торгуйте, пожалуйста, здесь. Продавайте для этих ребят. Во-во-во, пошло дело. Так, трое работает, ну... Поле не то чтобы супер большое. Давай сюда-то тоже засеивай, чего уж там. Все, засеивай хорошенечко. Поплотнее даже сделаю, ладно уж. Так уж и быть. Так, плотнее. Здесь давайте немножко уберем, наверное, тогда, да? Все-таки. Раз мельница будет. А че, куда делось, не понял. Подожди. А где? Разместить поле, посев зерна. Все нормально. Посев зерна, хорошо. Ну, я надеюсь, она появится опять, что там куда-то исчезло, непонятно. Так, ну что, все. Пока там потихонечку у нас сами жизнь закипает, так сказать, скажем так, да. На самом деле здесь, конечно, места маловато. То есть здесь поля нормально будут, но вот для угольных штук надо будет, наверное, прикупить еще земельки куда-нибудь внутрь, может быть, сюда тоже. Да и здесь прикупим, и чтобы все эти штуки, может быть, даже еще дальше перенести. Ну или просто угольщиков поставить где-нибудь. Ну, с другой стороны, пофиг, разместим как-нибудь. Посмотрим, короче говоря. Так, что у нас там? Здесь работает? Нет, здесь не... Здесь один работает? Зачем? Не работает здесь, подожди. Уходи пока. Здесь трое работает, да, все верно. Вот здесь работает, а вот опять появляется. Ну, не исчезай так, пожалуйста. Значит, там появляется, исчезает. Странно как-то немножко, ну ладненько. Все, строят, здесь они тоже строят. Я думаю, хлеб будем печь уже... Ну, вот можно сейчас здесь, кстати, поставить будет пекарня, да? Поместятся же они, давайте посмотрим. Так, пекарня меня интересует, здоровенные, блин. Ну, очень здоровенные, ядрич. Супер здоровенные. Но надо покупать эту территорию, я считаю тогда. Территорию покупать, и здесь уже
В городе строить. Так, у нас с вами появились вообще-то эти... Как их называют? То есть стенки, да? Мы можем сейчас прикинуть, как у нас с вами будет дальше. То есть у нас вот эта часть, она тоже будет вся за стеной, я думаю. Да? Что-то немножко не в ту сторону, правда, как-то. Вот так, да. Ну и как-то типа того. Как-то типа того у нас с вами будет. Давайте сейчас прикинем сюда. Так, вот так как-то у нас с вами пойдет у нас здесь. Аккуратненько, тихонечко, дворами, да. И вот здесь, ну, тут уже такой подъем, как бы идет, особо ничего не построишь, поэтому... Можно даже было, наверное, порезче как-то запихнуть. Вот так что-то у нас со стеной здесь, наверное, как-то будет, я думаю. Городок. Ну, тут уже, да, подъем, тут уже дальше точно смысла нет устроить ее. Можно даже пониже было бы сделать. Здесь врата какие-нибудь поставим там потом в дальнейшем. И, ну, и дальше у нас сами здесь, собственно, стена тоже будет уходить. Вот. Вот сюда все. Опять не в ту сторону поставил, да и просто... Ну, короче, как-то так. Я думаю, вот, нормально будет. Да. А на врата у нас, по-моему, только такие пока что и будут, на самом деле, деревянные. Можем их поставить. И, в общем-то, камнем потихонечку обносить уже территорию. Так, здесь у нас, ну да, где-то здесь они и будут. Тоже у нас, собственно, врата. Заносим сюда. Ну, зато здесь можно будет расположить, я думаю, пару как раз-таки вот пекарен, чем-то такое. Просто будет около стеночки располагаться. Здесь сразу будет хлеб производиться, и хлеб будет дальше уже распределяться по городу. Угу. Мельница тем временем готова у нас сами тоже. Фу, ну что ж, тогда мельники, будьте любезны, так сказать. А что у нас по пшенице? Ну, маловато, конечно, пока еще. С одной такой фермочки очень мало пшеницы, к сожалению. Ну, в любом случае, давайте идите сюда. Сейчас мы сами еще один будем ферму строить. Может быть, даже не одну. Скорее всего, не одну, я думаю, да? Где-то здесь. Угу. Так, а как у нас здесь сейчас зона расставлена? А, никак не распределена, кстати говоря. Ну, сейчас там ферму поставим, потому что будем... Распределять под застроечку и все вот это вот. Так, тогда мы с вами что делаем? Мы с вами строим еще ферму. Так, ферма у нас с вами еще одна будет здесь. Надо будет поставить где-то ветряки. Ну, можно тут поставить будет. Так, короче, давайте ставим здесь. Это раз, да? Будет такая зона примерно. Ну, можно поставить еще прямо здесь как-то вот так. Сюда, типа, выходит. Здесь зону выделить, это два. Так, в эту сторону еще два. Тут немножко домов все-таки поставим, да? Тогда поближе сюда ставлю, вот поближе к амбару, вот так. Давайте еще один построить. Устроить две фермы. А вот здесь можно будет еще пару ветряков бахнуть, я думаю. Как-то так. Ну, конечно, да, места тоже не особо пока шибко много. Но там, опять же, можно будет докупить здесь территорию, чтобы там застроиться. Это в любом случае, посмотрим. Пока что делайте вот так вот. Ой-ой-ой, слушайте, что-то забыл про доски совершенно. Давайте мы сейчас здесь... Скажем им, выпиливать это добро, да, потому что, ну, потому что надо, потому что материалы-то как бы не бесконечные. Так, значит, знаете что, сначала выпилить его здесь, чтобы лес заменить на хвойный, так сказать. Все, здесь распиливаем. А еще у нас сами доски не производятся пока что, да. Блин, это еще одна дилемма, конечно, где бы нам с вами поставить производство досок-то. Пока где-то, видимо, здесь придется ставить. Так, ну, короче, тогда мы с вами сейчас как вступаем? Мы с вами сейчас... Проблема в том, что не могу сейчас здесь поставить. У нас тоже не наша территория, не могу туда ворота принести, к сожалению. Ну, хрен с ними, ладно, пускай стоят, пока как стоят. Пока будем без ворот, пока будем просто вот так вот бегать здесь. Я, наверное, даже сейчас это уберу, в принципе. Эх, мне это надо. Все вот эти вот стеночки. Все, у нас там уже где-то каменная будет идти в дальнейшем. Уберите, пожалуйста, так, там по-любому что-то еще есть, да? Нет? Не, вроде все убрал. Хорошо, это тоже пока убираем все. И вот это вот. Да, убрать. И вот здесь тоже пока убираем. Ну, вот, пошло дело. Замечательно. Так, значит, здесь мы с вами сразу еще тоже, давайте, под застроечку отдадим территорию. Ну, в принципе, довольно много ее осталось. Так, только туда особо не уезжайте. Вот здесь это все можете забирать себе, если хотите. Кто-то здесь мало ли жить хочет еще. Это все вам. Можете здесь застраиваться тоже плотничком. Так, если надо будет. Ну, здесь давайте тогда высаживайте. Значит, еще сейчас одну поставим мы с вами стопудово. Блин, у нас опять деньги в минус. Шутки идут сейчас, да, за то, что дофига всего. Нам пекарни нужны. Пекарни тоже потреблять будут. Ё-моё. Еще вода, мука, хлеб и так далее. Ну, короче, пока производим. Пока производим. Там, если что, надо будет посмотреть. Может, что-то лишнее уберем. Вот, в любом случае. Так, ну и что мы с вами сейчас? На территории, опять же, брать новые, да? Здесь все высадили, точнее, не высадили, а наоборот, вырубили, молодцы. Так, вы сейчас все это, получается, носите мне вот сюда аж, да? Потому что здесь у нас производство как бы идет, досок. Но я, наверное, сейчас вас отсюда тоже уберу. Только вот куда бы вас поставить, вопрос. Ну, в общем, купил территорию здесь еще, естественно. Сейчас пока поставим вот так. Так, у нас там врата.
Давайте хотя бы здесь так сделаем, ну, чтобы хоть что-то было, да? Как-то так построить. Так, здесь сейчас мы тебя прилепим. Вот так, раз. И здесь то же самое давайте. Ну, вот хотя бы так. Как-то все утопает, конечно, жесть. Ну да ладненько. Ну и, собственно, тогда здесь тоже лес надо убирать. Вот этот вот замечательный, прекрасный, который у нас с вами здесь есть. Текс. Здесь мы с вами сразу сделаем производство, да? Производство хлеба наладим. То есть у нас здесь пекарни будут стоять. Так, пекарни вот так поставим с вами. Колодцы надо будет. Ну, пока, наверное, здесь деревяшку временно будем делать. В общем-то. Так, ну, здесь не пригодится точно колодец, потому что надо где-то будет им воду брать, и они будут бегать иначе сюда, поэтому, чтобы было ближе, быстрее, шустрее, так сделаем. Так, и, собственно, мука, да, мука у нас хранится пока что здесь. А мы муку где можем хранить? Можем хранить ее здесь, в амбаре. То есть, ну, нам амбар нужен поближе, который здесь у нас, поэтому давайте, наверное, пока что сюда будем муку носить. Так, я вместо ягод здесь муку поставлю вот так, сюда носи. А что-то будет брать уже потом тогда поближе. Ну, даже можно будет амбар, может быть, даже отдельно сделаем, потом где-то здесь посмотрим. Так, я хотел еще деревяшку перенести сюда, в эту сторону тоже, да? Лагерь лесопилка нужна. Здоровенная тоже какая. Ну, в принципе, вроде даже подходит по ландшафту здесь. Неправильная позиция. Может, не очень подходит. Так, сейчас как-нибудь поставится, это уж точно. Ну, не хочу, чтобы она, правда, блин, здоровенная такая. Раньше была поменьше она, моделька у нее. Если у нас прямо около дороги просто будет находиться, не хочу это доставить. Короче, она прям чудесно помещается вот сюда, здесь ее и поставим. Прямо в пятачок вот так. Все, строите, давайте. Будем сейчас здесь из бревен доски пилить, соответственно. Ну и доски они там уже будут брать на свои нужды и так далее. Если это, конечно, хорошо, что вы производите, но, блин, далековато вам бегать будет. Так, короче, трещи-плотники, давайте вы пока отсюда свалите. Пока вы этим заниматься больше здесь не будете. Все, что там осталось у вас, перерабатывайте, давайте до конца, и мы вас будем отсюда... уносить тоже вот сюда тогда. Так, все, строители пошли работать. Замечательно. Но, в принципе, теперь здесь территория большая довольно. То есть мы с вами можем и здесь все это дело нафиг выпиливать, пересаживать, высаживать. Да, добывать, например, можем здесь также. Ну, здесь все это, все, короче, это выпиливайте нафиг тоже тогда. Смело можете все это выпиливать. И сейчас будем заменять на хвойные леса, так сказать. Так, здесь тоже все это давайте выбирайте. Все это можете смело забирать. Потом будем высаживать, как вырубят. Ну, а палеты, кстати говоря, нормальные, неплохие такие. Плодоносят, собирают их, круто. Но у нас, в принципе, да, сейчас муки, по идее, должно быть довольно много, да? Ой, не муки, зерна, точнее. Ну, естественно, и муки. Надеюсь, тоже. Так, но главное, чтобы они сейчас успевали все это дело обрабатывать. Пекарня, кстати, у нас с вами готова. Колодец тоже готов здесь. Супер, давайте пекарь начнем. Есть, ребята? Да, свободно, ребята, есть. Начинайте производить хлеб, пожалуйста. Также пока сюда его располагаем, если что, вот хлебушек, бам, будете таскать сюда, да, во, пошло дело, но я думаю, что одной пекарни будет явно маловато, на всякое, и хлеб-то у нас сами тоже нужен, но я не помню, покупают у нас кто-то их или нет, его точнее или нет, сейчас посмотрим, так, спрос. Купить? Нет, не покупает. Ну, значит, только нашим ребятам. Но это значит, что мы, в принципе, можем уже мещан потихонечку, так сказать, начинать некоторых ребят превращать. Хотя у нас тут еще бездомных дофига. Ребята-работяги, которые только пришли к нам в город потусоваться, надо с ними что-то тоже будет сделать. Так, монах просит аудиенции, что ты там ходишь? У нас вообще сейчас ничего нет для тебя, подожди. Что ты? Что тебе надо? Дерево? Не-не-не, пока не буду никому помогать, иди. Потому что у нас реально сейчас не так-то много материалов, к сожалению. Пока что. Так, вот здесь, ребята, давай. Давай заселяйся, иди на работу, устраивайся, точнее, выпиливай еще здесь нафиг тоже. Здесь у вас как раз есть откуда прийти, что подать. Так, ну все, поехали, раз, два, три, трое сюда. Если что, у вас места здесь есть еще, напомню, можете здесь перестраиваться, я вам разрешил грейдиться, так что давайте. Два из двух, здесь у нас тоже два из двух. Ну давайте, давайте, можете перестраивать, если хотите. Так, и нам нужно здесь немножко декорациями поднять желание жить их здесь, да? Сейчас мы с вами это сделаем. Как обычно. Нашими любимыми кустиками. Так, вообще-то здесь, мне кажется, места у вас много. Могли бы и поплотнее заселиться на самом деле. Ну, ладно уж. Не будем привередничать, так сказать. Как заселились, так и заселились. Уже молодцы, уже хорошо. Так, ну что, кустики посадил. Все, теперь готовы здесь жить, надеюсь. Давайте прямо во дворе еще кустик посажу, хотите? Вот так. О, красота вообще, балдеж. Так, что у нас получается по жилой зоне? Да, все шикарно. Средняя, говорит, ничего себе средняя, очень высокая. Что, тебе нужно больше кустиков? Чтобы была нормальная зона, да и здесь тоже нормальная зона. Все, селитесь, короче.
Во, пошло дело. Так, здесь выпиливающие. Ну, вроде врубают. Вроде начали врубать. Молодцы. Ну, в принципе, вот у нас появилось место, да, можно будет и коптильный день поставить. Здесь, может, парочку воткнем, посмотрим. Мы как раз наши поля коптили. Красота. Так, ладно. Это замечательно. Ну, что там по хлебу у нас есть? Производится? Да, о, уже 40 хлеба, нифига себе. Нифига себе, нормально, шустренько здесь ребят справляются, однако. Так, мука, вода прям у них здесь прям под носом. Вообще балдеж, красота, да? Супер. Ну, да. Короче, вот это убираем туда. То, что у нас сами здесь сейчас. Только надо будет, наверное, ребят новых поставить, да, сюда. Временных. Ну, у нас, короче, пока, наверное, эти приедут, работяги отсюда. Так, я оттуда всех убрал, да, всех убрал, пока не буду сносить. Давайте сейчас мы с вами быстренько, чтобы тоже лес даром не пропадал, так сказать. Здесь зафигачим. Или прямо здесь пока поставим вас, давайте. И в лесах посередке, чтобы вы там это быстренько-быстренько наклепали. Так, ну что у нас получается? Сейчас мы с вами ждем. Наверное, тогда, я думаю, следующего месяца, чтобы можно было уже это самое, ребят, проапгрейдить наших, да? Ну, мещание-то начнется, там у нас одежда сразу, еще какая-нибудь хрень нужная будет. Да, пока что, как бы, у нас, хотя у нас еды дофига и больше сейчас получается видов. Ну, то есть у нас рыба, ягоды и хлеб аж получается вот так вот. Это, мне кажется, очень весьма недурно. Хотя нет, смотрите, здесь рыбу купили, но они вместо ягод, видите, либо ягоды, либо рыбы, судя по всему, покупают, как будто бы. Тут рыбу купили, там ягоды. А что рыбу не покупаете? У нас рыбы дофига. Рыбу покупаете, блин. А, не-не-не, смотрите, пошло и здесь ягоды и рыбу. Ну, наконец-то, то что-то одни ягоды покупали. Одни, блин, ягоды покупали. Для кого рыбу-то ловлю? Для кого рыбу все? Я думаю, что вроде потихонечку уменьшается. Но видите, опять ягоды, ягоды. Всем ягоды подавай. Жесть. Какие-то ягодноеды. Так, что построили? Построили. Давайте сразу тогда сюда назначаем троих ребят. Сейчас я вам, погодите, здесь... Добычу зону выделил, вот это все вырубайте нафиг, оно здесь не надо. Вот здесь можно будет зато немножко жилую зону тоже подкорректировать, побольше сделать. Это бы купить, да, участок тоже неплохо было бы в целом. В целом неплохо, надо денег поднакопить будет, там маленечко побольше. Так, ну хлеб пошел, на рынке появляется уже, хорошо. Значит, здесь хлеб складываем, давайте сюда тоже хлеб. Одну штуку, как минимум. Так, хлеб сюда тащим, мука получается, рыба, хлеб. Ну, для муки надо будет потом амбар, я думаю, отдельно с хлебом сделать все-таки, потому что у нас будет забиваться быстренько, и надо будет еще больше и больше и больше производить, поэтому я думаю, что примерно как-то так, да. Ну ладно, этим мы с вами, так сказать, по ходу пьесы разберемся. Что у тебя здесь получается, дружище? Да пока вроде хватает одной, на самом деле, мельницы, пока, наверное, вторую ставить не будем. Как только хватать не будет, так сразу, собственно, займемся постройкой второй, благо у нас здесь место... Для этого, в принципе, есть. Тут еще парочку можно поставить на возвышении, как бы, да? Вот здесь. Так что, думаю, будет норм. Во, пошли дома перестраиваться здесь. Отлично, все, да, заселяйтесь. Можете новый строить, как бы не стесняйтесь. You are welcome. Тут у вас, это, зона-то есть. Вы, главное, застраиваете все. Вы, главное, все застраиваете. Но, на самом деле, да, потому что дома эти даже довольно вместительные, поэтому они сейчас особо шибко быстро не строят их. У них грейдят, и получается у них вот что. Получается то, что получается. Так, ну что, у вас, я думаю, сейчас, наверное... Лишних работяг надо убрать, строителей-то у нас сейчас не так много проектов бахается. А вот там домик тоже появился. Ну ты, блин, построился посередине, ну ёпростый, чувак, ну, могу поближе сюда построиться, потом идем сюда. Ну на самом деле ладно, просто зону можно было самому поменьше сделать, чтобы выбор у них был поменьше. Типа вот, градить ему так вот, а потом здесь еще. Ну хотя, может быть, и поместится, и места так-то много, в принципе, здесь. Еще дополнительно надо, посмотрим там, если что можно будет. Как-нибудь быстренько, думаю, переделать все это дело. Так, ну все, здесь тоже вырубается потихонечку. И пока у нас хлеб производится. Друзья, ну что, мы с вами тогда на сегодня закончим с вами. Спасибо за просмотр. Не забывайте комментировать, нажимать на колокольчики. Увидимся. Всем до скорого и пока-пока.